Это все, что от стен осталось, это вот прямой удар, там разрушенный объект. Это 42-я квартира третьего подъезда. Тоже здесь была женщина. Женщина была в той комнате. Вот сейчас вот мы, видите, как могли, поприкрывали. Все имущество, все, что осталось, это ее. И осталась она калекой, контуженной, заслуженный медик. Всю жизнь проработала в медицине, больше 40 лет. И на старости лет вот такая оказия. Непогода делает свое грязное дело. Это мы утеплители приклеивали самостоятельно. Ну, чтобы нанимать людей, нужно было платить там в пределах 500 гривен за квадратный метр. Мы делали это самостоятельно, как могли, зиму простояло. Я не знаю, как там решать. Есть люди, которые у власти, есть облдержадминистрация во главе с Кихтенко, есть облрукс, который непосредственно занимался нашим домом, излазил здесь его представители, его специалисты, здесь перелазили, лазили, наверное, месяца три, все обследовали. Было принято решение, что дом подлежит восстановлению. Осталось самое малое за деньгами. Когда планировалось восстановление этого дома, было принято решение областной администрации ремонтировать его за счет денег резервного фонда госбюджета. Решение о выделении денег, а это 300 миллионов на восстановление объектов по Луганской и Донецкой области, к сожалению, затормозилось. На сегодняшний момент получено подтверждение, что эти деньги выделены. Выделены они в пропорции 150 миллионов на Луганскую, на Донецкую область, но, к сожалению, на счета они пока не поступили.